Самая главная тема сегодня в 9 регионах страны – явка выборщиков. На голосование за кандидатов в депутаты Сената парламента составила почти 100%. Предварительные данные озвучили в Центральной избирательной комиссии. Отмечу, на кресло депутата Верхней палаты парламента претендует 39 человек из 16 регионов Казахстана. По сообщениям ЦИК, нарушение на избирательных участках не зарегистрировано. Комиссии и местные органы правопорядка приняли все меры по обеспечению безопасности. Согласно закону о выборах, голосование проходит на совместном заседании выборщиков, которое считается правомочным, если на нем присутствует более 50% от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты области, маслихат города Астаны или маслихат города Алматы. Во всех регионах страны выборы проходят на альтернативной основе. По состоянию на 11 часов времени Астаны открыты все заседания выборщиков.